Привет, друзья! Снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня готовим легко, просто и очень вкусно. Сегодня у меня очень классная и легкая закуска из кабачков. Очень вкусно. Я уверен, вам также понравится. Ну что, поехали. В первую очередь займемся кабачком. Весь кабачок нарезаем вот на такие кольца. Толщиной примерно в 1 сантиметр. Кабачок отправляем в миску. Присыпаем солью. И перемешиваем. Кабачки оставляем в сторону. Берем еще одну миску. И отправляем в нее 3 яйца. Добавляем сразу соль, щепотку и черного перчика свежемолотого. Отправили сковородку на плиту, средний огонь включил. Отправляю примерно 2 столовые ложки подсолнечного масла. И начинаем наш процесс. Берем кабачок. Отправляем в яйцо. Отправляем в муку. И на сковородку. Вот такая вот красота у нас получилась. Теперь занимаемся помидоркой. Нарезаем точно так же, около 1 сантиметра, кольцами нарезаем помидорку. Также готовим соус. Нам понадобится майонез и пару зубчиков чеснока. И через чеснокодавку отправляем чесночок. И хорошенечко перемешиваем. Смазываем нашим соусом каждый кабачок. И сверху укладываем все помидоркой. Перекладываем наши шедевры уже на пергамент. Как вы поняли, наша закуска будет еще выпекаться в духовочке. Сверху это все присыпем обильно вкусным сыром. Берите ваш любимый, любой, какой вам нравится. Его можно, эту закуску уже можно кушать. Но после духовочки это просто обалденная вкусняшка получается. Все,
Все, отправляю в духовку, выпекать буду при 200 градусах примерно 10 минут. Тигра, ты устал? Привет! Скажи, друзья, всем привет! Смотрите, какой я деловой. Поел мясца и все. Ах, крутышка ты и лентяй. Сверху украшаем зеленью, такой как петрушкой. Обязательно, друзья, готовьте вместе со мной. Такая закуска из кабачков получается очень вкусно. Не правда ли, все? Очень вкусно, правда? Куда тебе знать? Ты же мясо поел, кабачки не ешь. Всем пока, друзья. Не забываем ставить лайки, а также подписываться, делиться с друзьями и, конечно же, комментировать.